Длинношеее. Высота такая, что никакая курица не достанет. Только он. Только он. Наш танцор. Высокий тон. Сейчас попробую показать издалека, как это выглядит. Это на высоте 2,5 шлакоблоков. Где-то установлено. И вот так новый лидер курятника занимается поеданием влажной мешанки. Остальные петухи вот тут. Вот. Побежал. Длинношеее Е3Е. Как и у меня на канале. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зверобой. Вот, кстати, 3Е. У меня тоже подряд. Смотрите обновления. Привыкаем потихоньку к новым жердям. Пока!